Премьер-министр Солнечной Братской Украины Польши Матеуш Моравецкий сообщил в среду 12 апреля, что США готовы передать Украине дословно дополнительные поставки танков «Абрамс» и бронированных машин «Брэдли». Об этом он заявил после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис. В дальнейших планах США поддерживать военную мощь Украины, о чем свидетельствуют новые анонсы поставок. Передача танков и БМП обсуждалась лидерами Польши и США. Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности мы говорили о БМП, Брэдли и танках Абрамс. Это уже вопрос для американцев. Конечно, мы уговаривали США, чтобы они как можно шире помогали Украине, поскольку от этого зависит, как быстро может быть завершена война победы Украины, заявил Матеуш Моравецкий. По его словам, Польша сделала то, что от нее зависело по вопросу военной помощи Украине, которая готовится к контрнаступлению. Моравецкий также подчеркнул, что удовлетворен закупками Украины оружия у Польши. Страна покупает вооружение на средства международных институций, в частности Евросоюза. В общем, друзья, новость как новость, если бы не одно «но». Сказано это было в контексте, как если бы США уже передали нам танки «Абрамс» или они были где-то в дороге по пути в Украину. Хотя известно, что те несчастных 31 танк, которые США с великими усилиями родили под давлением Шольца, по последней информации будут в Украине не то к середине, не то к концу лета. Однако, исходя из заявления Моравецкого, они уже где-то на подходе, и мы не все об этом знаем. Иначе зачем было бы рассказывать о дополнительных «Абрамсах», так как будто первые уже поставили в Украину аккурат под контрнаступление. А вот Камала Харрис точно все об этом знает. И, друзья, как многие уже наверное догадались, мы много времени находимся в поездках. А для того, чтобы делать наши такие необходимые человечеству и вообще ходу мировой истории выпуски, нам нужно довольно мощное мобильное устройство для видеоредактирования, поэтому мы обзавелись аккаунтом Ко-фи для доната, где собираем на самый дешманский ноутбук для работы. Поэтому милости просим для тех, кому интересно, как и на наш Patreon и спонсорство. Там всего $1 и будет вам, как говорят, счастье осознания причастности к великому. Поэтому, как всегда, не забываем подписываться под роликом на все, что можно, и помогаем каналу стать больше. Для этого, жмем на все кнопки, и будет вам, как говорил классик, плюсик в карму.